на канале «Маленькая петербурженка». Я Маша Лил Пи. И сегодня я поеду на 4-й Star House Camp. В этот раз у нас будет девичник Лайки Сити Пати. То есть мы будем кататься на пати-басе по самым красивым местам Санкт-Петербурга. Я уверена, будет очень круто. Я уже с терпением жду, когда переедет такси. Мы наконец-то приедем. Очень большие пробки, так что... Ребята, мы уже бежим на всех парах. Нет, но хотим бежать уже, бежим. Вот, вот, теперь бежим. Уже бежим, мы опаздываем. Были пробки, так неудобно, конечно. Но, надеюсь, все хорошо будет. О, здравствуй, родное место. Раньше я здесь жила просто каждый день. Ездила каждый день, представляете, с мамой на метро. Ездила сюда каждый день, чтобы снимать видео на YouTube. Но мы их все равно не выложили. Представляете, это просто получилось как обучение. Всем привет! Привет! Нет! Нет, простите, можно? Привет! Ну, конечно. Нет, отпустите. Девочки, а сейчас мы видим памятник Петру Первому. А что у него такая маленькая голова? Ну, видимо, за карантин объелся. Спасибо! Это моя подружка делает настоящие камни. Это египетский агат. Просто еще две шоколадки. Сейчас померяем. Нам сразу на трансляцию пришла девочка. Красота. А что было вообще? Ура! 12! К сожалению, сегодня ты не будешь отвечать на 50 вопросов за 5 минут. Почему? Потому что третий раз, Маш! И зачем тебе второй раз отвечать на 50 вопросов, Машунь? А, тоже будет сегодня? Да. А мне 11-й айфон голубенький нравится. Да, мне симка. Давайте сейчас хватит. Давай, давай. Надо загримироваться, чтобы не нашли. Да. Так, а, вот мушку, у меня мушку, есть. Сердечко, мушку. Татушку нарисовать. Так, да. Так. Все. Не найдут. А, вот так, вот так еще лучше. Да, вот так. Отлично. Все, давай быстрее. Где они? Да нет, они. Пошли сюда, Аня. Вообще, класс. У тебя как сердечко получилось. А у меня что? А у тебя точка. Шоканда Лилпи стала мальчиком. Лилпи стала мунлайтом, да? Ну, нету слов черных. Представляете, мы вчера прямо просто с мамой забежали в магазин. Нам просто сказали, надо неоновый образ. А у нас теперь дома такого яркого зеленого неонового нету. Только мой топ розовый. И, короче, мы купили вот такую вот майку и вот такие вот штаны. Не реклама. Просто хочу с вами поделиться впечатлениями. Мне штаны очень нравятся. Напишите, как вам мой образ в комментариях. Мне кажется, просто топ. Дома ход. Сколько стоит шмот? Погадайте в комментариях, если они открыты, сколько стоит мой шмот. Стеша только в кожаных штанах. Ребята, представляете, в 1824 году вода поднималась вот до этого уровня. А это значит, что? Это значит, что каждый младенец в том году умел плавать. А если вы не умеете плавать, то тогда не знаю, вы бы не родились. Какая красота, очень красиво прыгай. Уточка! И громко крикнули какашка! Какашка! Ты такой синий, он очень красивый. Прям такой розовый, прям специально для нас, для девочек. Привет!
смотрите, какая красота. И сейчас я хочу сделать рум-тур по пати. Мы еще музыку включили. Ребят, ты стоп, тут красиво. Сейчас я буду делать рум-тур. Экранчики. Виски на потолке. Домы, лайкеры. Домы. А я крикнула Стархаусская. Камера. Тут у нас гитары самые настоящие, со струнами. У нас барная стойка. Здесь я. Я здесь. Я просто ром-тур снимаю. Стаканчики, тут вилочки, трубочки. Салфеточки. Ой, мы поехали, ребята. Наверху светомузыка. Девочки, как настроение? Вам нравится? Да! Майя, ты сова или жаворонок? Думаю, сова. Я дрыхну до 4 часов дня, однажды было такое. Сова. Милана, а ты? Сова. А ты? И то, и то. А жаворонок он что делает? А ты жаворонок. Я жаворонок. А ты? Я сова, но хочу быть жаворонком. Я жаворонок, но хочу быть собой. Стеша, что бы ты спросила бы, если бы ты знала, что мой ответ будет «да»? Ты любишь свою кофе? Да, конечно. Соня, что бы ты спросила бы, если бы ты знала, что мой ответ будет точно «да»? Ты любишь своих подписчиков? Да. Ой, здесь я такой же вопрос задала. Эй, повторюшка, плагиатка. Майя, что бы ты спросила бы, если бы ты знала, что мой ответ будет точно «да»? У тебя есть аллергия? Нет. Да! Милана, что бы ты спросила бы, если бы ты знала, что мой ответ будет «да»? Я люблю. Да. Не пойму, ну почему же? Там остался. Где там? Погнали! А, вы блондинки, типа я брюнетка, типа скажите кого? Ой, мы не блондинки. Нет, ты блондинка. Нет. Да, блондинка. Да, да. Блондинка или брюнетка? Ты тоже блондинка. Блондинка или брюнетка? Блондинка. Блондинка или брюнетка? Блондинка. Меня никто не любит. Спасибо. Пожалуйста. Блондинка или брюнетка? Девочки. Конечно, брюнетка. Ура! Спасибо! Блондинка тоже прекрасна. Вот так. Спасибо. И Пинки Пай тоже. В рейтинге? Да. Со светлыми волосами? Нет. Да, я тоже подумала. Встречалась с многими лайкерами? Конечно. Виделась с Настей Кош? Конечно. Она называет своих подписчиков единороги? Нет. Хомячки? Да. Это Lil Peep? Да. Алина, это тебе. Спасибо. Милана, это тебе. Спасибо. Так. Соня? Ксюша, это тебе. Спасибо. Спасибо. А, и еще, где еще?
мы сейчас находимся у памятника Петру Первому. Он установлен на камне, который весит несколько тысяч тонн, представляете? Ой, я поняла, про кого эту песню написали. Какую песню? Я сижу на камушке, ла-ла-ла. Чисто моя ловушка, ла-ла-ла. Делай шаг вперед, если любишь больше. Ну, так. Делай шаг вперед, если у тебя больше, чем один сон. Да, это он, да. Делай шаг вперед, если знаешь, чем отличается гречка от гречи. Делай шаг вперед, если любишь ходить в музей. Делай шаг вперед, если считаешь себя культурным человеком. Я ужимаю тут. Держи ноги мои. Ноги. Смертельный номер. Учите историю, любите Петербург. Это самые отстойные самокаты в моей жизни. Девочки, спорим, я отбегу этот автобус за одну секунду? Спорим! А на что спорим? На 1000 рублей. Давай. А, как ты успел так быстро? Так быстро переодеться. И сколько раз по попе дали Ксюше? Интересно, головой. А это все громко. Привет! Буквально так. Ой, а у меня случилась трансляция, причем. Все, мы приехали. Приехали. Все, выходила в прямой эфир на 3 минуты. Это еда. Где? Или это не еда? Мы уже пришли, по-моему, в фит-дом. Вот, и сейчас будем кушать, наконец-то. Девочки, что девочки заказали себе? Вот, заказала Соня себе лапшу. Котлета с пюре, котлета с пюре. Это что такое? Это овощи по-тайски. Ну, у тебя то же самое, что у меня. У меня это, картошка по-деревенски с курочкой, со стейком. Вот, единственная заказавшая лапшу. Короче, топ лапшу, топово. А если можно лечь на секунду? Так, он рабочий, да? Все рабочие. Можно лечь, значит. Значит, можно лечь. Он рабочий, значит, можно лечь. Думаю, что не надо было в ботинках, но мне... На все, что говорят нельзя, я отвечаю, можно. Блин, классно, вообще кайфово. Господи, боже мой. Ребята, смотрите, в какое красивое место мы пришли. И у нас сейчас будет мастер-класс. Ой, я сажусь сюда. Это передний план. Макбук. Что мы сейчас будем делать? Поэтому я могу преподавать все, что угодно. И показывать, как делать залипательные видео. Ура! Нас будут учить снимать такие видео. Мы будем монтировать видео. Вот такое вот. Делаем переходики. О, класс. Как он выглядит? Ну, давайте я вам покажу. О, как делать эффект двойника? Класс. Сейчас будем учиться. Кошечку. Удерживаем ее, поднимаем наверх, да? Но сейчас получается так, что видео с кошечкой перекрывает бульдожку. Вот она, маска. Да. Это супер. Берем маску линейную, делаем вот так вот. Ого, класс! Слушай, Стеш, бывают же такие прям интересные книги, когда читаешь прям с корки до корки. Ну, не знаю, у меня такое обычно с пиццей. Девочки, вы чего книги вверх ногами читаете? У меня книга про Австралию. А у меня про летучих мышей. Давайте одна, один, два, два.
вот наш 4-й Стархаус Кэмп подошел к концу. Я сейчас сижу, чилю. Учите историю, любите Петербург!